Ну, а если серьезно, ну, я еще более-менее живой, это, наверное, хорошо. В 2020 году, до пандемии, я успела съездить в путешествие, поэтому для меня это просто потрясающий год. Кроме того, проводились различные молодежные форумы, несмотря на пандемию, но учитывая все ограничения. Поэтому этот год я провела классно, с настроением, с новыми впечатлениями, новыми знакомствами, ну и новым опытом. Занят, работаю, востребован. Это хорошо само по себе. Несмотря на все трудности, мы все-таки не потеряли своего человеческого лица, готовы помогать друг другу и поддерживать друг друга. Выздоровела от короны. Слава тебе, Господи. Это трудный вопрос. В 2020 году вряд ли что-то хорошее исполнилось. Да? А для вас, для самого? Для меня два отпуска и, в принципе, все, наверное. Лето было прекрасным. Лето было замечательным. Теплым, хорошим, морским, на море отдыхали. Вот. Еще ко мне приехала летом моя одногруппница. Это тоже здорово, на самом деле. Ну... То есть вы больше мыслите позитивно, несмотря на все невзгоды, или как? Ну, конечно, стараемся. Как, куда же без позитива-то? Больше негатива, да. Ну, а как справиться с этим негативом? Я не знаю. Так сразу не вспомнишь. Ну, на дачный сезон у меня был очень хороший. С удовольствием я там все это делала. Ну, так вообще настроение-то неплохое, конечно. И пандемию всю мы переживем. В большей степени с позитивом, потому что думать надо о хорошем, и мысли, чтобы были хорошие, тогда мы справимся со всеми трудностями. А если думать о плохом, то и будет все плохо. Поэтому думать о хорошем, соблюдать все меры предосторожности, и все будет хорошо.